Это Бобка, это мой талисман, это моя любовь, может быть, такая же, как Манюня моя. Когда мамочка была мной беременна, она купила для меня эту маленькую игрушечку. И когда я родилась, и потом во время войны, и потом, когда я уже дебютировала, поступала в консерваторию, потом дебютировала в театре, потом я ездила по всем странам мира, и всегда-всегда Бобка со мной. Потому что это была единственная моя игрушка в детстве. Когда мы эвакуировались из блокадного Ленинграда, надо было взять все необходимое для жизни, а игрушки мы не брали. А я тихо от мамы все-таки схватила своего Бобку, и я с ним провела всю жизнь. Так мы играли в всякие травки, там у нас все сучки, палочки, шишки были для игры. А у меня был Бобка, я страшно им гордилась. И вот когда, значит, он, видите, теперь уже без глаза, и одно ухо у него уже из гимнастерки сделано вот это. И что-то я раньше его хотела немножко подделать и привести в порядок, а потом решила, что пускай он будет такой же старый, как и я. Как-то страшно заходить в эту гримуборную. Мне напоминает мое детство, театр Ленсовета, мой дядя Алексей Алексеевич Образцов, который здесь служил актером, очень много репетировал дома, а я в замочную скважину подглядывала, что он там делает. И я сегодня вошла с таким трепетом в этот театр, и как-то я вся окунулась в мое детство, потому что не было ни одного спектакля, который я здесь не видела в театре Ленсовета. Так что вот все начало моей творческой деятельности прошло вот здесь, в этих гримуборных и за кулисами. Ну вот, а потом, конечно, был выход на сцену. Это студенты Ленинградской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. В них трудно узнать сейчас Амнери, Саиду и Радамеса, героев известной оперы Джузеппе Верди. Одна из них, Елена Образцова, лауреат международного конкурса вокалистов Финляндии. Она удостоена золотой медали. Сценическая биография Елены Образцовой сложилась неожиданно. Она еще студентка третьего курса, но уже приглашена дебютировать в Большой театр Союза СССР. Первый выход мой на сцену, Марину Мишу, уже в Большом театре, я никогда не забуду, потому что я помню, что я так нервничала, что я не могла выйти на сцену. Ну, просто не могла выйти, и все. И я подумала, ну, ничего не случится, если пойдет Борис Годунов без сцены у фонтана. Ничего не случится, тем более, что эта сцена вообще у Мусоргского вставная, и его заставили написать этот любовный дуэт. И что? Думаю, не выйду. Ну, не могу просто выйти, не могу перешагнуть на сцену, не могу. И в это время меня паны схватили так под руки и вывели меня на сцену.
И когда потом Галина Павловна пришла, я говорю, ну как Галина Павловна Вишневская, которая меня вводила в этот образ, а я ей говорила, ну что там, как было? Она говорит, Лена, все было прекрасно, и пела ты хорошо, но все время ходила вперед животом. Что это означало? Я говорю, это я изображала такую бордую полячку. Вперед животом ходила. И больше я ничего не помню, можете себе представить. С Галиной Павловной меня очень много связывало. Мы встретились с ней на конкурсе в Хельсинки. Не помню, какой-то я пела романс, который почти все пели этот романс русский. И мне Галина Павловна сказала, Лена, ну что это, ну зачем тебе петь? Выучи другой какой-нибудь романс. И я за ночь вместе с Ростроповичем на этом пароходе, на котором мы жили, выучила «Я жду тебя» Рахманинова. И вот этот романс всегда всю жизнь мне, когда я пою, всегда вспоминаю эту маленькую каюту и Ростроповича, который мне рассказывал, как надо петь этот романс, и где форте, где пиано, где как. И помню, что как Галина Павловна мне говорила, вот здесь это надо сделать, здесь подожми живот, здесь вот туда, это надо вперед. И вот вся история, вся вспоминается всю жизнь. Вот на протяжении, я 43 года пою этот романс, и 43 года они со мной. Молодая певица Елена Образцова выступает в клубе сталелитейного завода. Жду тебя, сокол тугас, и ночи темные покровы спустится на землю. Вот абсолютно точно помню, как я выходила сюда, когда мне разрешали сесть на кресла какие-то или диваны перед началом спектакля. Я тихонечко тут садилась и чувствовала себя артисткой. А когда не было мест в зале, и меня нельзя было посадить в зал, то я сидела в уголочке там около сцены, с ведущим режиссером рядом, и вся дрожала, трепетала, потому что артисты были рядом со мной, и я заражалась их волнениями, их переживаниями, и их страстями. И мне казалось, что я уже артистка, что я вот уже вышла на сцену. Помню, мой дебют, мне было 25 лет, мы в «Пиковой даме». Я была очень худенькая, тоненькая, и такая была борзая. И вышла такая старуха, точно. Моя мама, которая сидела в зале, меня не узнала. А пела я первый раз с Зурабом Анджапаридзе. И я помню, что когда я сидела в кресле, это в моей сцене смерти, я смотрела в зал. Очень близко сижу, прямо совсем на оркестре. И Зураб начал хулиганить, как всегда. Он ужасно любил безобразничать на сцене. И мне было 25 лет, я была еще девчонка. Он меня, значит, встал на колени и говорит, если когда бы знали бы чувство любви, если когда бы знали бы чувство, то я умоляю вас чувством любовницы, матери, всем, что свято вам в жизни. Скажите, откройте мне три карты, три карты.
у меня были головы, я не знала, как реагировать. Я зашлась от страха, от возмущения, от всего. И потом в паузе я слышу: ах, Леночка, как бы я хотела иметь такую бабушку, я сказала. Это был экзамен на артистку, потому что я не могла ему никак не отреагировать. Я должна была просто быть в образе все время. Так тотчас же борьбу, а вещами удачи, тот неудачник плачет, тот неудачник плачет. Зураба много всего воспоминаний. Это был такой великий актер еще. Он был изумительный Хазе, он был изумительный совершенно Герман. Такой с больной психикой, порывистый, страстный, нервный, обаятельный, нежный. У него все было вместе, это все вместе в нем это сочеталось. Вот у вас было больше. Она и на спектакле будет больше. Так да. Оркестр кончит еще. И потом. Да, еще. Ну, дальше, да, судьбу. У нас в театре был такой Соломон Брикер, пианист, страшный хулиган, мы его обожали все. И вот когда пел, я училась с ним Кармен, и он пел за Хазе, и все говорили: «Карман!» Потому что тенора не кроют эту ноту, а «Карман!» «Карман!» вместо «Кармен!» Почему-то смешно слушать. Они рассказывали, они показывали. Мы ходили на репетиции предыдущего поколения, мы слушали их в спектаклях. И я думаю, что мы достойно ее несли потом всю жизнь, вот эта связь этих времен настоящего Большого театра. И вот, к сожалению, когда мы стали уезжать, уехали, очень много певцов уехало, как-то мы разбежались в разные стороны, и так театр как-то начал проседать, фундамента не осталось, и это очень жалко. Я помню и Козловского, и Лемешева, когда они уже допивали свою карьеру, и когда я понимала, что главное не голос, а главное это то, что человек хочет выразить через голос. У меня был концерт в Версале, я была студентка третьего курса еще, и я думала, как же я буду петь Рахманинова, а они, французы, сидят и не знают, о чем я пою. Думаю, значит, я должна спеть без слов так, чтобы они поняли, о чем я пою. Вот это было продолжение того, чему я, на что меня натолкнули тогда и Лемешев, и Козловский, когда они, уходя уже без голоса, но они пели так, что схватывало дыхание. Навеки, но плакал об этом один только я. Она мое сердце разбила навеки, но плакал об этом один только я. И еще я помню мою встречу в Венгрии после «Кармен» моей. Мы поехали, там такая гора на горе, маленький ресторанчик, где пьют вино и едят сыр. Больше ничего не было, только на воздухе было. Я помню, я поехала с директором театра туда, и он мне говорит: поедем, знаешь, зачем я тебя сюда веду? Говорит, приезжает иногда, говорит, приходит скрипач, такой, говорит, по-моему, бродячий просто, такой музыкант. Говорит, я хочу, чтобы ты послушала его. Я помню, вот в Венгрии на этой горе пришел старенький человек. У него была такая страшненькая маленькая скрипочка, даже какая-то как почти детская. И я помню, он запел.
Он запел таким хриплым, сиплым голосом, ужасно играл на скрипке. Первое впечатление. Я увидела такие отечные, опавшие, и такие со слезами глаза. Человек, который прожил какую-то ужасную трагедию, ну, и прожил неудачную жизнь, так я подумала сначала. И вдруг он запел и заиграл песню о любви. И вдруг из глаз моих пылились слезы. Вот даже сейчас не могу, столько лет прошло. И я тоже тогда поняла, что не надо ни голоса. Думаю, я тогда вот что подумала. Подумала, как же мы должны петь, кому дан голос? Как же мы должны петь о любви, когда нам дан голос, когда мы научились петь, когда у нас есть техника пения? Как же мы должны на людей действовать, если вот этот человек, не учась, без голоса, без техники, так схватил сердце, что прошло столько лет, может, лет 40, я до сих пор, когда вспоминаю, плачу, когда я вспоминаю эту песню о любви. Я видела актеров, когда они гримировались, потом я видела, как они одевались. И когда они выходили из своих грим-уборных, это были уже совершенно другие люди. Это были какие-то цари, или это были какие-то графы, или это были смешные какие-то люди. И это было такое сильное перевоплощение, что я даже иногда не узнавала своих знакомых, которых я знал вот без грима и без костюмов. И для меня это тоже был, это был театр, это уже был театр, это был уже какой-то другой мир какой-то совсем. Это был, уже меня пустили в параллельные миры. Для нас сцена была какой-то, ну, как церковь. То есть мы входили туда, как в храм. У ни у кого в голову не пришло бы пройти в сапогах по сцене Большого театра. Мы все ходили, носили с собой туфельки, выходили и трепетали, говорили, что, боже мой, здесь выходил Шаляпин, здесь выходил Собинов, здесь пел. У нас было какое-то трепетное отношение к театру. Потом, когда в театры шла Архипова, шла Уланова, шла Вишневская, шел Мелик Пашаев, шел Борис Покровский, шел Огневцев. То есть это были люди, перед которыми люди трепетали, которых обожали, которым поклонялись. Покровский, конечно, гениальный режиссер. С ним очень трудно работать, он такой сумасшедший, безумный, он забывается, кричит, орёт. И по молодости мы не прощали ему этого. А когда мы уже сейчас в таком возрасте, когда мы все понимаем, это был экстаз его. Ему не важно было, что он говорит, ему важно было нас всех так насторополить на все, чтобы мы забыли все, чтобы мы были в экстазе
И мы все работали как сумасшедшие, как безумные просто. Он заражал своей неудержимостью. С Покровским больше всего мы делали гувернантку в «Пиковой даме». Но я была еще девчонкой, мне еще не давали никаких больших партий. Конечно, я очень переживала, мне очень хотелось петь большие партии. И вдруг Покровский мне говорит: спой гувернантку. Вот мы поедем в Ля Скала, так тебе все равно большие партии не дадут, и только пришла в этом году. Спой гувернантку. Вы знаете, что я сорвала овации на гувернантке? Это было очень смешно. Он миллион раз заставил меня выйти в гувернантке, говорил: нет, это ты вышла хорошая артистка, это ты вышла очень хорошая, ну, гениальная артистка. А мне надо, чтобы вышла королева. Нет, мне надо, чтобы вышла императрица. Мне надо, чтобы... И я все поднималась и поднималась сама над собой. И когда... И потом я их всех презирала, этих девиц русских, которые пели... Как вы можете петь по-русски? Фи, каль жанр, медам. И когда я их всех провожала и говорила: графиня сердится, ай-яй-яй. И когда они все уходили, я каждый делала такой жест. Они все уходили с моей головой. Как я их всех ненавидела и презирала, эту русскую. Понимаете, это был образ, это мой был первый образ, который был сделан. И это сделал тогда со мной Покровский. Вот этот выход на сцену как императрица очень мне помог на всю жизнь. Спасибо Борису Александровичу. И вот с этой маленькой партией я поехала в Ля Скала. И вдруг подошел ко мне Герингель и сказал: деточка, вы должны петь Леонору «Фаворитки» Доницетти. У вас голос для большого репертуара. Я в этой маленькой партии услышал вас. Директор Ля Скала Антонио Герингель дружески встретил советских певцов, прибывших стажироваться. Я помню, вызвала Пурцева и сказала: Леночка, вы хотите поехать вместе с Большим театром, с молодыми солистами, учиться в Ля Скала? Я тогда имела наглость сказать: нет, учиться я туда не поеду, я туда поеду петь. И не поехала. Почему я так сказала, не знаю. И вот я очень жалею, потому что, конечно, я быстрее бы схватила все то, что я потом услышала в течение всей моей жизни, потому что можно было бы быстро усечь исполнительскую манеру итальянской музыки, и потом я бы быстрее выучила итальянский язык, но все-таки я туда приехала петь и всю жизнь пропела. Когда меня спрашивают, сколько тебе лет, и мне так и хочется сказать 1000, потому что я столько жизни прожила на сцене, что смешно спрашивать о возрасте. И это действительно Божий дар. Господь даровал нам прожить 1 000 000 всяких жизней разных. И поэтому, наверное, актеры к старости очень мудрые люди и добрые, потому что они очень много знают.
А когда ты много знаешь, ты становишься богаче душой и добрее. Так я думаю.